Так, Аланакос. Надеюсь, правильно прочитал. Так, С5. С3. Угу, понятно. Что-то типа Лондона будет. Ну, давай Е6. Да. Такую схемку поставим. Так, что здесь будем делать? Коня можно как на D7, так и на C6. Давай на C6 поставим. Слон ушел. Так, ладью на C8. А4. Давай ферзь D7 поставим. Пока просто развиваться будем. Так, конь C4. Поставим ладейку, чтобы красиво стоял. Пешку D6 защищала, а то здесь как-то слишком много фигуры нависает. Неприкольно. Так, А5. А могу я пойти B5? B5. Конь ушел. Я А6. А если B5, А6. BC, AB. Вроде нормально. Там B2 есть. Так, давай считать тебя принципиальным. BC, AB. Ферзь B7. Слон C4. Ферзь B2. Ладья b1, тогда ферзь c3. Мне кажется, нормально. Должно быть все хорошо. Так. Ферзь b2. Проходит же? Я не вижу причин, почему оно не должно проходить. Я съем. Я же... О, и размен ферзей предлагают. Размен ферзей, это прикольно. Это прикольно. Давай поменяемся. Давай поменяемся и пойдем. Пойдем. Как мы пойдем? Тут некоторые проблемы с пешкой, конечно. Сейчас начнут. Пешка А7 у меня слабенькая. У меня слабенькая. Смогу ли я ее удержать? Давай попробуем съесть. И конь B4. То есть, если так, я собираюсь вперед пойти. Съедает, съел здесь. Тут связка. Поэтому слон отойти не сможет. Так, отходит сразу. Отходит сразу. И, наверное, мы разобьем коня. Ладно. Или поменять ладьи. И опять поставить. Может быть так. Давай и опять. Свою проходную пешечку начнем потихоньку двигаться. Окончание достаточно сложное. Но, может быть, получится. Получится. Здесь что-нибудь сделать. Так. Давай, ладья b8. Нападем на этого слона. Что-то мне кажется, что при грамотной игре со стороны белых они должны все-таки съедать эту пешку. Но я попробую замутить воду. Я попробую замутить воду. Давай ходом конь d3 подзамутим немножко. Здесь напали. Так, должен отходить. Заодно прикрою немножко короля. Что я хочу? Я хочу сюда залезть. Вот соперник очень грамотно играет. Залез. Все равно залезу. Так, конь c4. Тут два выхода. Либо я даю шах. Король отходит. И какой-нибудь конь e4. Что-нибудь дает. Ну, на пешку f2 давление. Защитил пешку d6. Как вариант. Другой вариант. Ладья b4. Слон должен отойти на c2, наверное. И ничего не вижу. А на ладья b1 король отошел, конь e4. Там слон c2 еще есть. Ой. Это неприятно. Может, ладья a2 походить? Давай ладья a2 походим. Нападем на слона. Здесь, конечно, все так подвисает. Все подвисает, все очень неприятно.
Очень неплохо. Тут подвес, конечно. Нет, не нравится. Мне это не нравится, но вроде пока не смертельно. Так, слон b5. Слон b5. Теперь может быть конь e4. Давай, давай залезем, нападем. Нападем на все слабости. Пешка d6 под защитой. Так, все равно съедает, да? Все равно съедает. То есть я могу, конечно. Могу, конечно, и съесть. А если я дам шаг сюда. Конь f2. Подожди, шах. Конь f2 с угрозой мата. То есть отвлекаю слона, и тогда я могу съесть коня на d6 шахом. Так, защитил, но я мат поставил. Ой, какой красивый мат.